Всем привет! Сегодня я хочу вам показать свои рукодельные покупки, которые я совершила за последнее время. Здесь у меня три посылочки из Китая и один журнал, который я купила в местном магазине. Начну, наверное, с него. Недавно была в магазине «Магнит» и увидела этот журнал «Бурда», номер 10, по-моему, октябрь это. И не смогла пройти мимо, конечно же, купила. Понравился мне сам жакет. Не знаю, дойдут ли у меня руки для того, чтобы его сшить, но... Модельки здесь были интересные, поэтому решила себе взять. Если вы хотите увидеть более подробный обзор на этот журнал, то напишите мне, я засниму отдельно. Далее у меня идут посылочки из Китая, и давайте покажу по очереди. Первый посыл, который я покажу, это иглы для швейной машинки. Здесь у меня 100 штук, заказала я их за 145 рублей. И пришли, вы не поверите, очень быстро, меньше чем 2 недели, наверное, дней за 10. Очень оперативно отправил продавец эти иголочки. Правда, еще не открывала, не проверяла. Сразу решила показать вам. Вот такая батарея иголок. Все везде ровненько, по 10 штук, как положено. То есть 10 пакетиков по 10 штук, всего 100 штук иголок. Не знаю, как они по качеству. Надеюсь, тоже хорошие и не прогадала. Если вам интересно, то напишите мне об этом в комментариях. Я вам скажу, хорошие иголки, стоит ли их брать, но цена у них привлекательная, намного дешевле, чем покупать в местных магазинах. И то, как быстро он отправил, вообще колоссально. Если иголки будут отличными, обязательно закажу себе еще раз в этом же магазине и посмотрю что-нибудь у этого продавца. Ссылочку на иголки оставлю в описании. Следующим, что я хочу показать, это кружево. Здесь у меня 10 ярдов, стоило это кружево 54 рубля. Сиреневого цвета. Ширина, по-моему, 2,5 мм. Если честно, даже не помню. Смотреть не хочется. В описании будет написано. Вот такое кружево. Приятный лавандовый сиреневый цвет. Камера почему-то передает немножечко другой, но он нежнее. Надеюсь, когда монтировать буду, цвет будет другой, не такой. Кружево неплохое, синтетическое, не тянется. Двухстороннее. Ссылочку на него также оставлю в описании. И последняя посылочка, которую я хочу вам показать. Здесь у меня должен быть набор для косых бейчик. Состоит он из 4 штук. То есть бейку можно сделать 6, 12, 18 и 25 миллиметров. Вот такой вот наборчик. Такая конструкция. Пришел этот набор где-то за месяц. Стоил он 233 рубля. Я вам скажу, это намного дешевле, чем покупать в местных магазинах. Тем более, если учесть, что у нас здесь... Особо-то и не достать такие вещи. Очень удобно заказать с Китая для меня было лично. Попробую, надеюсь, все хорошо работает. Как-нибудь засниму отдельное видео, где покажу, как делать косые бейки с помощью этих приспособлений. Очень актуально для меня, так как косые бейки часто нужны в работе. И это мне очень облегчит жизнь. На этом у меня все. Если вам понравилось со мной, то поставьте пальчик вверх. Мне будет очень приятно. Остались какие-либо вопросы, то пишите в комментариях. Все ссылочки на товар будут в описании. Спасибо за внимание. Всех целую. Пока-пока.